знаете, я вам сегодня хочу рассказать одну историю. Знаете, как вот в сказке бывает? Жили-были три подруги. И знали они друг друга не то что с детского садика, с яслей. И в детском садике были вместе, и в школе за одной партой сидели. И вот выпускной бал. И они выпустились, знаете, как в жизнь. Хоп! И расстались. На 10-12 лет вообще не виделись. И вдруг в одном торговом центре встретились. Говорит, ой, девчонки, да как же так? Да почему? Боже мой, ну давайте, давайте проведем вместе выходной. Ну один выходной, давайте. И решили они провести этот выходной вместе. И пошли не знаете куда? Не догадаетесь. В баню. Парилку. Значит, Вера, Надя и Люба. Ой, девочки, а! Вот все-таки баня – это вещь. Ой, ну что там дома? Ванна, душ. Девчонки, баня, парилка. Ой, пару подал в тазик горяченькой водички и на себя. Раз! Слушай, Вер, ну ты как-то поспокойнее мойся. Чего ты тут плещешься, как бобер в аквапарке? Надь, ты чего? Что значит бобер? Это ж баня, тут кругом вода. Вот теперь смотри, тазик с холодной водичкой на себя. Раз! Не, ну это просто невозможно. Вер, ну ты ж тут не одна. Вот я тоже хотела сказать, Веда. Ты вообще обалдела. У нас тут три силовета сидит, а ты плещешься, как эгоистка. Выгнать надо тебя к чертовой матери. Слышь ты, мечта логопеда. Ты помолчала бы, а? А что, мне уже нельзя слово вставить? Ты сначала зуб вставь. Потом слова будешь вставлять. А что ты прицепилась к моему зубу? У меня всего одного зуба нет, это даже незаметно. Никто даже не замечает, я все слова говорю. Я даже могу тебе алфавит произнести. Вот смотри. А, сессия, краткая, сессюся. Видишь, я все буквы произношу четко. Что она говорит? Она говорит, где ее щетка? Мыться собралась. Ой, девочки, я не могу. Мыться надо дома, а в баню ходят для души. Ой, вот лично я люблю сидеть в парилке, медитировать. Зачем тебе это? У тебя же муж есть. Вер, ты что, вообще обалдела? При чем здесь муж? Медитировать – это значит расслабиться, сбалансировать энергию. Инь-янь. А, у тебя муж пьянь. Ну, тогда другое дело. Вер, ты вообще про буддизм читала? Ты знаешь, кто такой Гаутама Будда? Конечно, Будду, наливай. Я тебе говорю, Гаутама Будда. Нет, какой-то Гаутама я не буду. Я водочку буду. Ой, девочки, все, давайте, давайте, замолчи. Все. Ой, пар пошел какой, смотри, пар пошел. Тихо, девочки, медитируем. Тихо. Все, замолчали. Твои глаза, как небо синее забыть никак нельзя. Слышь ты, лабуда в таблетке. Ты помолчал бы, а? Я всегда, когда парюсь, я всегда пою. Твои глаза... Слушай, давай рот мочалкой заткнем, а? Вер, ну отстань ты от нее. Ну ты посмотри, какая она убогая. Ни рожи, ни кожи, ни зубов, ни денег, ни мозгов. Надь, ну ты что-то погорячилась. Ну ладно, там у Любки одного зуба нет. Ну с мозгами ты у нее на месте, все. Ага, на месте. Мозгов у нее на месте, только граммов 200. Я ей недавно подарила, знаешь, такую тушь.
для ресниц двойная. Сначала белым окрашиваешь, удлиняешь, потом черным. Так она все наоборот сделала. Я на нее смотрю, мать честная, два седых глаза на меня смотрят. Ой, девчонки, цвет настроения синий. Ой, смотри, у нас другая песня появилась, а? Девчонки, как хорошо, что вы собрались и здесь сидим. Ага. Особенно ты хорошо сидишь на моем полотенце для лица. Милунчик, это вот полотенце для лица? Такое огромное, большусие. А ты на мое лицо посмотри. Ты уже вообще обалдела. Люба, да отстань ты от нее. Ну что ты к ней привязалась? Это у нас с тобой все хорошо. Муж, семья, сосед, любовник. Она несчастная, одинокая баба. Чё-то она одинокая. Чё-то одинокая. Любка, ты же говорила, что в этом году на море ездила. Там какой-то мужик тебе все время глазки строил. Да. Но ты знаешь, потом оказалось, что это был пингвин. Как видишь, на ее лицо только пингвины могут любоваться. Да чё лицо, лицо? Ты вон на ее ноги посмотри. А чё у нее с ногами? Мать честная. А я не знала, что люди произошли от обезьян. Люба, у меня бабушка вяжет. Ей как раз на свитер 800 грамм пуха не хватает. Вас бы с ней познакомить, а? Ток-ток-ток. Девочки, обед будете заказывать? Через 10-15 минут прямо здесь в парилку вам принесем свежий обед. Все будет хорошо. Бабуль. Вы что, вообще обалдели? Какой в парилке обед, а? Это здесь температура какая. Это ж какое сердце, понимаешь, нагрузка. Это какое давление. Вы что? Ну, я не знаю. Вы в своей коммерческой бане уже не знаете, как с людей денег сорвать, а? Чего? Обед уже входит в стоимость посещения? А, тогда значит так. 3 борща, 3 солянки, 4 курицы-гриль, 8 порций говядины тушеной с овощами и 6 винегретов. Это мне. Девочки, обед будете заказывать? Да, я буду заказывать. Лично я хочу холодец. Люба, ты на термометр-то посмотри, а? Здесь температура плюс 70. Ты этот холодец со ступенек будешь слизывать. Вон, она знает. Да, что-то я ошиблась. Зенсины, вычеркивайте холодец, пишите. Молозанное. А ты говорила, у нее мозги на месте. Мозги у нее на месте, только место это неправильное. Так, женщина, пока вы не ушли, вот это вот. 3 борща, 3 солянки, 4 курицы-гриль, 8 порций говядины тушеной с овощами и 6 винегретов. Скажите, чтобы все приготовили без майонеза, потому что я сегодня на строгой диете. Понятно, да? Так. Девчонки, что я хотела вас... Люба, я тебя умоляю, помолчи. У меня от твоего произношения уже в голове глюки. Девчонки, ну что вы мне все время лот затыкаете? Я хотела... Да помолчи. Девчонки, ну я просто хотела спросить. Вы не знаете, что такое фотоэпиляция? Знаем, Люба, знаем. Это когда человеку показывают твое фото, и у него от ужаса волосы выпадают. Понятно, да? Все. Ой, девчонки, что-то вы столько пар напустили, я что-то ничего не вижу здесь, а? Я пойду, наверное, свой диетический обед поем. Так, где у нас дверь-то? Дверь-то у нас, ой, ничего не вижу, ты посмотри. Дверь, а, вот дверь нашла, а где ручка? Ручка, ручка. Мужчина! А вы как здесь обшутились? Какой еще стриптизер? Мы не вызывали никаких стриптизеров. Вы ошиблись дверью, уйдите отсюда. Я говорю, мужчина, уйдите отсюда, вы ошиблись. Не осыпся он. Это я его заказала. Давай, мальчик, танцуй. Цвет настроения синий. Во мне текила, на мне бикини. Цвет настроения, мальчик, ты мне понравился. Все, вот тебе моя визиточка. Вечером позвони, мы с тобой потанцуй. Ой, мальчик, давай, иди. Ой, я не могу.
Нет, ты видала? Ты видала? Ты видала? Ты видала, Надя? Как эта шепелявка шипучая. Марусик, Марусик. Вер, ну я тебя умоляю, ну отстань ты от нее. Ну, может, у нее всего один мужик в жизни был, тряпшный гном в детстве. Ну, она, может, хочет устроить свою судьбу. Девчонки, вы все? Какая судьба? Судьба у меня давно устроена. Муж у меня сейчас в Дубае с 4 детьми отдыхает. 2 мальчика, 2 девочки. Любовник на даче розочки сажает, грядочки копает. В центре города у меня 5 коммерческих магазинов, 2 ресторана. И вообще, девчонки, эта баня моя. Как твоя? А ты чё молчала-то? А я не молчала! Я хочу вам все время рассказать, а вы мне рот затыкаете. Теперь сами помолчите. Я к людям. Люди, не зубом единым жив человек. Человек жив любовью. Твои глаза. Спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо большое. Какой красивый букет. Спасибо. Благодарю вас. Галина Ивановна, там приемная кто-то есть? Ну, заводите, пусть заходят, давайте. Разрешите? О, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Спасибо. Да ну что вы так волнуетесь? Проходите. Проходите. Проходите, не волнуйтесь. Спасибо. Сейчас другие времена. Спасибо. Сейчас чиновник друг человека. Пожалуйста. Проходите, проходите. Спасибо большое. Проходите, присаживайтесь, все хорошо. Спасибо, благодарю вас. Ну, все, успокойтесь. Да, я спокойно. Дело в том, что я вот по какому вопросу. Я прошу прощения. Да. Вы от кого? Я от Ивана Ивановича. Ага. Да, и вот я вот по какому вопросу. Я надеюсь, Иван Иванович вас предупредил о том, что взяток я не беру. Да-да. Взяток я не беру. Ну, хорошо. Я вот по какому вопросу. Я что, неясно выразился? Взяток я не беру. Так вы ж сказали уже. 2 раза. Другому 100 раз скажешь, я не беру, а он все равно норовит дать. Да вы что? Угу. Теперь за это будем наказывать. Как? Как? Сурово! Что, штрафовать? Ты что, может, пороть на площади? Была бы моя воля, я бы за взятки четвертовал. Господи, это ж сколько народу положено.
А иначе эту заразу не вывести. Я сам там. Что? Я сам там. Я вот по какому вопросу. Да. Да. Четвертовать в ящик и на дно. И тогда все поймут. Все поймут, люди, что не в деньгах счастье. А в чем? В любви. Да вы что? Да, в дружбе. Да вы что? Да, в том, чтобы открыто смотреть в глаза друг другу. Тут у нас один недавно взял взятку. Да вы что? Угу. И... Один только. Один. Извините. И где же он теперь? И где же? Где, где? На Мальдивах! Куда жизнь загнала? А сам виноват. И скоро все там будут. Все до одного. Я сам там. Что? Я сам там. Ну? Я вот по какому вопросу? А вопрос один. На что надеетесь? Я? Да. Те, кто берет взятки. И те, кто их дает. Сколько веревочки не виться, а к концу быть. Обязательно быть. Скажите, вот скажите мне честно, с кого они берут пример? Я не знаю. Вот кто из великих был увлечен? Пушкин? Суворов? Чайковский? Ну что молчите? Кого-то подозреваете? Скажите, кого? Пушкин не брал. Суворов? А Суворову зачем, чтобы через Альпы не идти? Он все равно бы пошел. Конечно, Чайковский не брал, ручаюсь. Так значит, никто и никогда и хватит об этом. Только казнить и только четвертовать. Только так. И зачем я сюда пришел? Можно я пойду? Сидеть. А что вы все время дергаетесь? Вот. Что это? Взятка. Я принес на всякий случай. Да вы с ума сошли. Но никогда не дам. Вы с ума сошли. А если где-то всплывет, что хотели дать? Господи, какой борьба шпал. Идет не на жизнь, а на смерть. Дайте сюда. Сюда, я сказал, дайте. Вот. Вот, смотрите, что я делаю с вашими деньгами. Поднять. Спасибо большое. В окно. Что? Выбрось в окно! Может, не надо? В окно, я сказал! Документы. А, вот, пожалуйста. Вот документы. Пшел вон. Спасибо большое. Пшел вон! Спасибо. И передайте таким, как вы, только казнить и только четвертовать. Спасибо. Только так. Алло, Стасик, поймал? Заноси. А только так. Хотела кататься на острых коньках по хрустальному льду. Мечтала, что будут вокруг восхищаться, как будет кружиться у всех на виду. Не плакса она, совсем не трусиха, едва на трибунах собрался народ. Под музыку Глинки задорно и лихо корова в коньках выезжает на лед. Что такого, скажите, что такого?
вот под лед ушла корова. Грустила артистка, и в мире жестоком прожить нелегко. Вокруг потешались, и ты, фигуристка, тебе бы в деревне доить молоко. Сегодня на лед ей бросают букеты, все браво кричат, и трибуны полны. Тебе непременно напишут газеты: корова на льду — это гордость страны. Ну что такого, вы скажите, что такого? Стоит корова на коньках, стоит корова. Тройной прыжок, у многих шок, открутка снова. Едва на взлет, и вот под лед ушла корова. Что такого? Стоит корова на коньках, стоит корова. Тройной тулуп, еще прыжок, подкрутка снова. С ума сойти, взлетает ласточкой корова. Телефон. Купил. О, современный. Ой. Кнопочный. Кстати, сим-карту в подарок дали бесплатно. О, значит, у тебя теперь новый номер? А, ну, получается новый, да. Ух ты, а ты его уже кому-нибудь давал? Ну, кому? Полчаса назад только оформил все. Нет, правда, дочке уже сообщил. Да, дочке сообщил. Ну, как она там? Скучает. Скучает. Ой. Ну, кстати, обещала позвонить сегодня. Ой, хорошо. О, наверное, она. На громкую связь включи. Угу. Так. Алло, доча? Добрый день. Здрасте. Вам удобно сейчас говорить? Нет, нет, вы знаете, нам дочка должна позвонить, поэтому извините, до свидания. Я представитель медицинского центра, компания по оказанию лечебно-косметических услуг. Мы готовы совершенно бесплатно нарастить вам волосы. Простите, куда нарастить? Мы готовы нарастить волосы куда угодно. Наращивание происходит путем пересадки собственных луковиц из более засеянных мест в места, где посадки волос вам необходимы. Нет, нет, спасибо. Нам ничего не надо сеять. Спасибо. Но почему? Это же бесплатно. Понадобится только ваш паспорт и подпись. Нет, нет, спасибо, не нужно. До свидания, до свидания. А, волосы предлагали пересадить. Ну, это я поняла. О, так, алло, доча? Дискотека 80-х. Бесплатные билеты на супершоу. Вы платите только за доставку. Осталось всего 15 билетов. Томас Андерс, Пупо, Сиси Кейдж, Аталан, Бонни М, Аркадий Укупник. О, Укупник! Да ты с ума сошел? Какой тебе Укупник? Нам не нужно. Алло?
Доча? Добрый день. Здрасте. Горводоканал. Диспетчерская. Счетчики на воду установили? Да, установили. А меняли их давно? Вот буквально месяц назад поменяли. Согласно постановлению о контроле воды, счетчики необходимо менять раз в неделю. Готовы приехать и установить их уже этой ночью. Нет-нет, спасибо, нам не нужно ночью. Нет-нет, спасибо. Сегодня пенсионерам скидка. Нет-нет, спасибо, не нужно. До свидания, до свидания. 1.5%. Да что ж такое? Откуда они наш новый номер-то узнали? Ну, вообще-то не наш, а твой. Да, надо же. Ты уверен, что эта сим-карта новая? Уж сам засомневался. Да. Дай-ка я сама поговорю. Ага. Алло. Доча? Алло. Нет, это не она. А кто? Я предлагаю свежевырытый картофель в мешках. Мешки большие. Отдам недорого, если возьмете 15 тонн, сделаю небольшую скидку. Да нет, спасибо большое, нам столько не съесть. Ну возьмите хотя бы мешок. Спасибо большое, нам не нужно. Да что же это такое? Ты точно в салоне новый номер покупал? Ну да, мне его в подарок. Спасибо большое. Нам не нужно. Безобразие. Да беспредел какой-то на новый номер. Опять СМС. Читай. Так. Дорогие мамуля и папуля. Вот. К сожалению, дозвониться сегодня не смогла. Позвоню завтра. Спокойной ночи, доча. Ну, не дозвонилась. Что значит не дозвонилась? Не смогла. Ну, ничего. Может быть, завтра получится. Проходите, проходите. Ага. Так, мы посмотрели ваше резюме, но есть еще несколько вопросов. Ага. Начнем с главного. Да. Так, вас устроит зарплата 100 тысяч. Всего в неделю. Корми! Что вы делаете? 100 тысяч. Это денег. Это хорошо, что в неделю. Почему? Потому что больше недели я нигде не работал. В смысле? Не размеривался на всякую ерунду, искал такую работу, как у вас. Кормили! Что вы делаете? Встаньте. Ой, что вы, хватит, а то я так, знаете, и привыкнуть могу. А вы привыкайте! Так, скажите, вы творческий человек? Конечно, творческий. Смотрите. Что? Только рюмка водки на столе. Вопросы, вытекающие из вашего творчества. А вы как вы относитесь к алкоголю? Я не против, наливайте. В смысле, я пошутил, я ж творческий человек.
Вы пьете? Кто? Вы. Я? Да. Вы пьете, нет? Да ни капли в рот, вы что? Смотрите на меня. То есть к алкоголю вы относитесь плохо? Ой, отношусь плохо. Усваиваю хорошо. Что? Говорю, усваиваю хорошо, что отношусь плохо. Вот. А, так, ясно. Водительские права есть? Да забрали по пьяни эти права. Инспектор был пьяный, перепутал. Ну, вот, церковь-то извиняется, говорит, через полгода отдам. Так, семейное положение. Какое надо? Ну, вообще-то мы считаем, что одинокие люди... Сейчас, одну секунду. Сейчас. Алло, Зина. Пошла ты, Зина. Кто одинокий? Нет, вы не дослушали. Я говорю, мы считаем, что одинокие люди работают хуже семейных, женатых. Тихо, подождите. Да. Алло, не ори, Зина, подожди. Это... Да, но этот козел меня заставил сказать. Простите, что вы сказали? Говорю, что козел у нас один работает в гараже, постоянно заставляет меня работать. Все, обнимаемся, отсюда, все, давай, пока. Да. Так, хорошо, продолжим. Да, дети, да, есть у вас дети? В каком городе? Да в любом. Кто нужен, мальчик, девочка? Ну, без разницы. Да, возраст какой? Понимаете, у нас льготы сотрудникам с детьми до 6 лет. Понял, сейчас, одну секунду. Алло, Ира, не ори ты, Ира, подожди ты. Ира, скажи мне, пожалуйста, ты тогда родила? Родила? Умница, да. Я потом все объясню. Да, да, все, ага. Есть мальчик 5 лет, да. Ага, нашелся. Так, скажите, а вот есть у вас какой-нибудь такой вот поступок, которым вы гордитесь? Конечно, вот, да. Конечно, есть. Ну, я спас человека от пожара, вот. Это похвально. Да, спасибо. Да, и как же это все произошло? Ну, как произошло? Я ему говорю, мужик, не ходи туда, там пожар. Вот он туда не пошел и остался живой. Удивительная история. Ну, как это? Судимости есть? Да, так. Так. Ну так, по мелочам. В смысле? Ну, работал я на фабрике. Нам полгода зарплату не платили. Ну и сжег я эту фабрику, к чертовой бабке. Как? Да по пьяни все было. Только. Вы же сказали, что вы не пьете. Вот с тех пор и не пью. Завязал, все. Так. Прописка местная? Нет. Но регистрация есть? Нет. Ну вы хотя бы гражданин России? Нет. Я пьющий, курящий, ругающийся матом без определенного места жительства. Знаете, а вы нам подходите. Да, мы давно уже ищем такого, как вы. Наглого, пьющего, врущего и нервного человека. Вы станете идеальным лицом нашей новой рекламы брусничной настойки. Не кочегары мы, не плотники, ни женем, ни косим, не творим. А мы наемные работники, да, хотя работать не хотим. Ни машем, ни пером, ни шпателем, ни жнем, ни сеем, ни куем. А мы работодатели, да, хотя работу не даем. И вроде полон рот заботами, и вроде целый день в труде. Но где бы мы бы не работали, да, мы не работаем нигде. Добрый день. Вы знаете, меня зовут Ирина. Я психолог.
Последнее время ко мне обращаются за помощью все чаще и чаще. Ну а как же? Проблемы на работе, в семье. А мы сейчас потому что живем во время дефицита человеческого общения. Вы знаете, мы перестали смотреть друг другу в глаза. Мы перестали любить друг друга, доверять друг другу. Знаете что? Сейчас вот те, кто сидят справа, посмотрите на тех, кто сидит слева. А, улыбнитесь друг другу. Боже, какие вы прекрасные. Как прекрасен мир. Вы знаете, у меня были разные пациенты. Один Бонапарт, два Наполеона и даже Чарли Чаплин. Ну, каждый из них был по-своему прекрасен. А вы знаете, я бы сейчас с удовольствием поработала с каждым из вас, ну или с вами со всеми вместе, но у меня по записи пациент. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Присаживайтесь. Итак, начнем. Вы у нас кто? А по мне что, незаметно? Ну, давайте попробуем предположить. Может быть, черепаха. Ну, вот из мультика вот это. Я на солнышке лежу. Нет. Нет, да? Тогда, может быть, слон? Слон из басни Крылова, слон и Моська. Холодно. Холодно, так. Тогда, может быть, чудовище из «Аленького цветочка». Нет. Тогда кто? Колобок, колобок. Очень хорошо. Колобок, колобок. То есть, я так понимаю, первый колобок – это фамилия, второе колобок – имя. Нет, и первое, и второе – это имя. Колобок, колобок. А. Я же записываю, если вы что, не читали? Да, извините. Колобок, колобок. А фамилия у вас есть? Да. Моя фамилия Сусекин. Сусекин, колобок, колобок. Так, очень хорошо. А отчество ваше как? А я не знаю. У меня не было ни отца, ни матери. Нет, ну, я понимаю. Сейчас вообще-то разные способы современного оплодотворения. Ну, ЭКО, суррогатное материнство, но без отца, без матери. Ну, меня воспитали бабушка с дедушкой. Вот как. Скажите, у вас в роду были дрожжи? А я не знаю. Я вообще не знаю, откуда я взялся. Да уж. Аисты такое точно не принесут. Что? Ничего, это я так. Продолжайте. В общем, меня воспитали бабушка с дедушкой. Но я и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Вот! Хотите поговорить об этом? Да, давайте. Давайте. Почему вы ушли от бабушки и от дедушки? Ну, может быть, они не любили вас? Может быть, они как-то проявляли к вам мало внимания? Они просто использовали меня. Как вы это поняли? Но сначала все было хорошо. Угу. А потом, когда я подрос, дед стал брать меня с собой. Сначала я думал, что мы просто идем гулять. Так. Но потом я понял, что он берет меня с собой лишь только для того, чтобы со своими друзьями... Угу. Простите, мне трудно об этом говорить. Чтоб со своими друзьями... Продолжайте, я с вами. Чтоб со своими друзьями играть мной в футбол. Я никогда не забуду эти ржавые ворота, эти грязные ботинки, эти восторженные хриплые возгласы «Гол! Гол!». А если я отказывался, то они ставили меня коленями на кунжут. Какой ужас! И вы решили укатиться из дома? Нет, сначала я терпел. Вот. Но потом я понял, что они видят во мне не личность, а хлебобулочные изделия, тесто. Однажды, когда я спал, они начали меня есть. Они думали, что я не замечу. А когда я неожиданно просыпался, они, сыто улыбаясь, уверяли, что просто целуют меня на ночь. Так, скажите, у вас были проблемы только в семье? Если бы.
В моей компании меня все называли пряником, пончиком. Шушукали за спиной, тыкали в меня пальцем. Да, я не отказываюсь, я немного слащавый. Люблю, знаете ли, ухаживать за собой, выглядеть хорошо. Но я не пряник, я не пончик. Так, зайдем с другой стороны. Скажите, а у вас были отношения, ну, с пряниками, пончиками? Конечно, нет. У меня вообще ни с кем не было отношений. Если честно признаться, я до сих пор все еще мякиш. Нет, ну, конечно же, ко мне неоднократно приставали всякие хинкали, пельмени, даже равиоли, но я нет, никогда. Вы слышите, никогда. Ну, скажите, неужели не было никого, кто бы мог вас защитить? К сожалению, никого. Ну вот какие все вокруг? Злаки. Да. Да. А после того, как я ушел из дома, я долго скитался. Я хотел устроиться на работу. Был натурщиком. Снимался для кулинарных журналов. Без одежды. О, не у. Появились первые деньги. Слава. Я стал тайно посещать все эти злачные места. Булочные, кондитерские. Пристрастился нюхать сахарную пудру. Стал плесневеть. В итоге я разочаровался во всем. Вы потеряли вкус к жизни? Я потерял вкус к жизни. Так, давайте, знаете что? Давайте я выпишу бадьян, мускатный орех, душицу и обязательно звездчатый анис. Не поможет. Мне помогло. Вы не понимаете. Я зачерствел. Я для себя все в этой жизни решил. Выход только один. Пойти в лес, найти там лису. И пусть она меня съест. А крошки, оставшиеся после меня, склюют павлины и споют реквием своему кормильцу, одинокому, никчемному мякишу сухарю. Стойте! Стойте, не торопитесь. У меня срок годности скоро истекает, и тем не менее, может быть, скромная корзиночка с кремом вернет вам вкус к жизни. Потому что идеальных людей не бывает. Цените тех, кто смог полюбить ваши недостатки. И жили они долго и счастливо. И нарожали еще много эклеров и ватрушек. Здравствуйте. Колизей Петрович вызывали? Присаживайтесь. Что-то случилось, нет? Да нет, чай, кофе. Водички холодненькой, если можно. Закончилось. Я пригласил вас по серьезному делу. Вот вчера, 1 января, у нас в театре было большое представление для детей. Так. Присутствовало много детей с родителями. Я лично сидел в директорской ложе. И в связи с этим действием у меня, как режиссеру, скопилось к вам немало вопросов. Я сразу скажу, согласен, в пьесе были кое-какие недоработки. Что значит? Какие-то? Было много недоработок. Вот начнем с самого начала. Вот Дед Мороз, он должен выйти на сцену, правильно? Да.
Он должен выйти. Почему он выпал? Это что, новое прочтение у нас? И прочтение, так сказать, старое, но четыре точки опоры всегда надежнее, чем две. Мало того, что у него шуба была заправлена в треники, у него борода была прилеплена к колбу. Вы слышали, что он пел? Вместо песни «Расскажи, Снегурочка, где была», он пел «Рюмка водки на столе». Это не детская песня никак, на мой взгляд. Правильно, зато ему подпевал весь зал. Вы же сказали, пьеса должна иметь какой-то отклик. Не откликнулся, только лежачий. Ну, а Золушка, что вы можете сказать? Она вышла на сцену на ощупь, орала «Поднимите мне веки». Это к чему? А Золушку, я так сказать, я ей сразу, я ее предупреждал. Я ей так и сказал: «Галя, не надо смешивать». Она должна была ставить туфельку и убежать, правильно? Правильно. Она ходила по сцене, орала матерные частушки, в чем мама родила, между нами говорит. Ну, это вы зря так сказали. Так сказать, туфельки на ней были, клипсы на ней были, и были на ней часы. Женщины, понимаете, импровизировала. У нас же есть оркестровая яма. Вот она упала на барабанщиков Валеру. Откуда барабанщик? У нас не предусмотрен оркестр? Это оркестр был с предыдущего спектакля, с 31 декабря. Еще задержались несколько музыкантов. Она упала и на Валеру и переломала ему... Барабанную установку? Нет, все руки и ноги. Да ладно? И зубы. Все? Все пятеро. А как вы хотели? 187 килограмм. У вас Золушка 187 килограмм. Прилично, нет, хорошо, ну, получается. Танечка же в декрете, уж вам-то не знать. Ладно, все, об этом все. Же... Танечка, все, 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 об этом хватит. По поводу мертвой царевны хотел сказать. Королевич Елисей должен был разбудить ее поцелуем. Правильно, вот так все. Он сценарий. Поцеловал ее примерно раз 200. Он давал ей на шатырь нюхать, бил по лицу, орал на ухо, непонятно что. Это кто виноват? Между нами, так сказать... Не буду скрывать, коньяк. Да, и только. И только, и Колька, и Сергей Петрович Безмыловлазов, и Валера. Вместе все встречали, отмечали. Иванушку кто играл? Иванушку играл Арнольд Петрович Шуйский. Его 17 раз подавали на заслуженного. Знаете, по сценарию он должен был удариться оземь 3 раза и превратиться в сокола. Он ударился 1 раз и пролежал до конца спектакля. Много наших, конечно, вчера полегло. Я могу сказать, есть какие-то положительные нюансы. Борис Никифорович, допустим, довольно органично сыграл поросенка. Мне понравилось, он вжился, да? В роль. Да, я не ожидал, он как-то отнесся по-другому. Вот так, никак извините, нет. Колизей... И здорово сыграл, мне Колизей Петрович, а поросенка-то в пьесе и не было. Не было поросенка в пьесе. Кого же он играл тогда? Никого, ему просто было плохо. Хорошо, теперь кот в сапогах. Это отдельный разговор за, по поводу кота. За, этого, за этого артиста, за панибратова Ляхина я не несу ответственности. Потому что его ж вы знаете, он из самодеятельности, его ж нам прислали. Ему пошили прекрасный костюм, великолепные лапы, усы, уши, прекрасный роскошный хвост. Метровый. Вы мне расскажите, почему он надел костюм задом наперед? Самодеятельность, понимаете? Зато женщины были в восторге. Да, особенно после того, как он стал вилять хвостом. Это прекрасно. 8 женщин упало в обморок, вы чуть не сорвали спектакль. Так зато какой успех, весь город жужжит, пожуживает на эту тему. Расскажите мне, почему доктор Айболит вынес ящик пива, начал угощать артиста? Это что такое? Это что-то бардак во время спектакля. Лечил, его задача лечить. Зрителям зачем давал? Зрители тоже просили лекарства, все в равных условиях. Я понимаю, что у нас Новый год, но зачем Отелло стал душить в колобках? Чему это? Что такое? Что такое? Ну, во-первых, рядом никого поблизости вообще не было, а душить кого-то было надо. А колобка души не души, шеи нет, там, понимаешь, что не делай, по-любому массаж лица получается. Ну и в-третьих, артисты не поделили царевну Несмеяну между нами. Кстати, по поводу Несмеяна. Она же Несмеяна. Чего она ржала, как сумасшедшая, весь спектакль? Ну, ее мальчик с пальчик щекотал. Так сказать. Теперь самый важный вопрос по поводу лошади Ильи Муромца.
кто играл переднюю и заднюю часть лошади? А, переднюю часть играл Забульбахин Мылов, Игорь Сергеевич, а вторую Валера Стажер. Хорошо, вот по поводу передней и задней части лошади. Почему они вышли из разных кулис? Вы это тоже заметили? Представьте себе. Ну, дело в том, что это моя режиссерская трактовка классической ситуации. Две половинки не могут в жизни найти друг друга. Они так и не нашли, между прочим, друг друга. Из задней части лошади раздавался разговор по мобильному телефону. Передняя часть шаталась по сцене, орала что-то, пыталась пить на брудершафт с людьми. Из задней части лошади крики: «Говорите лучше, здесь плохо ловит». Это что за бардак такой? Просто такая порода лошади. Лошарик-трансформер. Веселая сказочка у вас получается, Карп Карпович. Ну, Колизей Петрович, ну, я-то что? Я за эти вакханалии ответственности не несу. Хотя и сам лично в них участвую. Но... Ладно, есть и положительные моменты. Должен вам сообщить, после вчерашнего спектакля билеты на все последующие утренники нашей сказки распроданы на год вперед. А я говорил, что мои пьесы имеют успех, понимаете? Поэтому мобилизуйте артистов, соберитесь. Сегодняшний спектакль сыграть в точности, как вчера. Пожалуйста, я лично прошу. Соберите артистов, поговорите с ними и сделайте как один в один, как вчера. Да легко, артисты с утра. Идите готовь. С утра готовы. Все готовы. Кстати, скажите Айболиту, когда вынесет пиво, пусть бутылочку мне принесет. Хорошо. А лучше две. А лучше четыре, я буду с вами. Отлично, договорились. Спасибо, спасибо. Я как-то летел из Сургута самолетом. Рядом со мной сидел нефтяник. Я сначала думал, депутат, потом оказалось, нет, не депутат, порядочный человек. Язык у него очень интересный, и история под стать ему. Вот хочу и вас с ним познакомить. Говорил он примерно так. Ну, вот такая история. Что рассказывать-то не знаю. Профессия-то у меня не шибко, престижная, не шибко. Поэтому, когда спрашивают, кем работаешь, ну, я так больше для пафоса, говорю, я ландшафтный дизайнер. А вообще, я на бульдозере работаю. Ну, что рассказывать? Раньше тягач водил, но после одного случая сняли меня с тягача-то. Зимой дело было в тайге. Мужики лесорубы закончили вырубку на опушке. Завтра надо было переезжать на новую, ну, километрах в 5 отсюда, где-то так. Пока время было, в вагончике, так сказать, выполняли профессиональный долг. Каждую сосну помянули. Каждую. А я так себе думаю, а что тянуть до завтра? Можно же сейчас вагончик тягачом подцепить и переехать, так сказать, не тревожа коллектив. Мужикам ничего говорить не стал. Думал, сюрприз будет. Вагончик тягачом подцепил. Только дверь снаружи поплотнее запер. Ну, мало ли, кто выйдет покурить, а там тайга проплывает. Ну, это ж сразу в Кащенко. Все, двигатель завел, понеслась. Смотрю по ходу. Мужики из окошка руками машут, орут что-то. Ну, видно, довольные, видно. Но мне же не слышно ничего, мотор ревет. Приехали на новую опушку, 5 километров отсюда, где-то так. Я двигатель заглушил, подхожу к вагончику и обмер. Дна нету.
Видать, на морозе-то примерзла. А как тягачом рванул, так это что получается? Мужики все это время бежали внутри вагончик. Я еще стою и думаю, что-то признаков веселья не наблюдается. Еще внутренний голос не то чтобы говорит, орет. Не надо дверь открывать. Мало ли. Может, спят люди. Когда смотрю в окошке, голова бригадира показалась. Смотрит на меня в упор и не мигает. Седой весь. А ведь уезжал лысым. Я ему: Николай Кузьмич! Ну это, с приездом. А он что-то ко мне так официально, по имени, фамилии. Спасибо, говорит, Шумахер хренов. Николай Кузьмич, так что вы не спите? Он мне говорит: как видишь, бдю. Тебе спасибо, отоспались. Так мягко довез, как будто колес и не было. Спасибо, говорю, Николай Кузьмич. А мужики-то где? А мужики как будто ответ на этот вопрос репетировали. Тут же хором ответили, где они. Наконец бригадир ласково так говорит: слышь, скотина, ты дверцу-то открой. Я говорю: ой, а вы что, уже уходите? И тут их как прорвал. Как начали орать наперебой: слышь ты, сволочь, мы когда тебя походу руками махали, тебя это не насторожило? Я говорю: так это решил, вы мне счастливого пути желаете. А когда мы полдороги проехали, вернее, ты, гнида, проехал, а мы каждую пять земли протоптали. Мы тебя опять махали. Здесь тебе что померещилось? Так это решил, может, вы побыстрее хотите? Мужики, да чё вы все про меня? Лучше расскажите, как вы там бежали-то? Бригадир говорит: ты танец маленьких лебедей помнишь? То же самое, переходящее в ламбаду. С элементами сертаки. Ничего. Трудно было только первые 4 километра. Потом освоились так. Коробченко с Михайловым даже на бегу в картишки перебросились. Ты дверь откроешь, нет? Я говорю: мужики, а смысл? Сразу-то говорить не хотел. Тут такая история, мужики. Короче, я опушку перепутал. Все нормально. Сейчас все исправим. План такой. Сейчас вернемся, а там еще 2 километра, не больше. Вам-то уже полегче будет. Пойдем-то по натоптанному. Коробченко, Михайлов, тасуйте колоду. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Вы не переживайте. Я вам говорю, все нормально. Друзья мои, никогда не теряйте надежды. Нет, ну вот знаете, у меня как, я же один. Поговорить по душам не с кем. Опять же, плоть страдает. Ну, она мне завсегда страдает. Записался в клуб знакомств для тех, кому за 70. 50 рублей взяли. О, как старухи подорожали. Зато, говорят, дед, может, найдешь свое сокровище.
пошел. 15 числа, хотя в этот день, значит, матч был, Спартак-Динамо. Во, до чего ради старух пожертвовал удовольствие. 50 рублей выкинул. А клуб у них, значит, открыт с 5 до 8. Потому что после 8 там мной засыпают. Ну, пришел, значит, ну, клуб. Значит, большая комната, музыка играет, буфет работает, печенье, лимонад, валидол. Нет, а там на все случаи жизни. Памперсы, клизмы, бинокли. И вот, знаете, это вот слева вдоль стены стулья. На каждом по сокровищу. А справа, значит, табуретки. На них искатели жемчуга. А, что в углу санитар? Ну, мало ли кто кому ответит взаимностью, так аж инфаркт готов. И вот, знаете, я посмотрел что-то так налево, и что-то мне так жалко стало. 50 рублей. Подошел к санитару, говорю, видать, мое сокровище сегодня дома осталось. Ну, ничего мне там вы не светить. Говорит, ищите справа, деньги не вернем, хоть убей. Ну, сел справа, слышу, разговор идет о суставах, о тромбах, о слабости половой. И потом, значит, вышел лектор. Лекцию стал читать о потере памяти. Читал. Потом забыл, с чего начал. Начал рассказывать о пользе контрацептивов. Какие уже контрацептивы, когда никаких зубов выговорить это не хватит. Потом начались танцы. Ну, я пригласил одну такую в ручках, худенькую, поменьше ростом, чтобы в случае удачи меньше уходил на еду и одежду. Фу ты, танцует хуже меня. А главное, не знаешь, о чем с ней разговаривать? Сама заговорила. Вот вы знаете, что интересно? Вот вчера у меня давление было 160 на 90. Я думаю, зря связался. Ёмушки моё, больная и поговорить не о чем. Я говорю, как вас зовут? Нимфа. Она говорит, Иван Петрович. Ёмушки мои, я понял, что дедушка просто не той стенки сел. А сейчас бы я в какой-нибудь шашлычной на эти 50 рублей. Потом, значит, объявили, это белый танец. Ну, на этот раз точно женщина. Без здрасте, без как вас зовут. Какая у тебя пенсия? А мне хорошая пенсия, поэтому я танцую, но молчу. Она опять, старик, скажи, какая у тебя пенсия? Вы лучше скажите, вы готовить умеете? Говорит, умею, но сама что сготовлю, не ем. Я говорю, почему? Она говорит, честно, не могу. И вот, знаете, мне почудилось, что это под музыку в ее животе танцую. Я говорю, пенсия у меня 500 рублей. Ее как ветром сдуло. Настроение в конец испортилось. Захотелось сразу, знаете, купить вина хорошего, закуски дорогой, всего на 50 рублей. И вообще забыть об этих старухах. Потом еще два танца станцевал. Одна, значит, готовить хорошо, но в основном для кошек. У них штук 10. Я их терпеть не могу. Другая вообще не готовит только. Голодает и чистит. Голодает и чистится. Ну что я такой грязный себе голодом морить? Это на выходе уже столкнулся с одной женщиной. Ну, то есть как столкнулся? Она ростом в два раза выше меня, в три раза тяжелее. То есть она столкнулась, а я отлетел на 3 метра в сторону. Приземлился вот так вот здесь на задницу. Думаю, ёмушки мои, ой, если наступит нечаянно... Одна радость. Смерть будет мгновенна.
И тут вот она, знаете, заговорила человеческим голосом. Извините, пожалуйста, я на матч опаздываю, Спартак Динамо. Совсем забыла, что сегодня трансляция. Я говорю, а вы что, футбол любите? Говорит, обожаю. Я говорю, а готовить, стирать, гладить? Говорит, обожаю. Я говорю, а у меня пенсия хорошая. Только я далеко отсюда живу, не успеваю на трансляцию. И вообще, если честно, мне поговорить по душам не с кем. Говорит, идемте ко мне. Вот уже 3 года, как съехались. Ну а что, рядом со стадионом живем. А что, готовить, стирать, гладить, это все одна. Я вот только мусор выношу, ну и перед матчем ей пивка налить. Обязательно. Друзья мои, никогда не жалейте 50 рублей. Даже если ходите в клуб для тех, кому за 120. Звездой попадаешь постоянно, постоянно. Ты в такие шоу просто ж, боже ж мой. Пусть не прыгала я с вышки и на льду не била шишки, даже в цирке на слоне не мчалась скач. Но увидела коллег я на экране, ну и сразу поняла, ой, вам нужен врач. И теперь я в новом шоу под названием «А звезды лечатся, а я тут главный врач». Понимаешь, это странно, очень странно, но я сделал этот выбор, господа. И участвую я в шоу популярном под названием «Гори, моя звезда». Ох, как круто там мы гасим, и по лестницам мы лазим, и выносим, что успеем, из огня. Что последнее там выносили, кстати? Там с трудом, но выносили все меня. Понимаешь, на земле бывают звезды, что уже мало места на земле. Посылают далеко их и серьезно на космическом огромном корабле. И в скафандре я как дома, невесомость мне знакома, я участник шоу «Звезды Бороздя». А огнетушитель есть у вас? О чем вы? А аптечка? Кто больной, не космонавт. В общем, опыт есть у нас теперь огромный. Можем бороздить, лечить и зажигать. Можете хранить молчание. Право на один звонок у вас любой. Я сержант и шоу. Под каким названием? Под названием «Пройдемте со звездой». Носим мы бронежилеты и шикарные браслеты, и изящно надеваем на других, и стреляем лучше всех. Из пистолета? Нет, глазами, но укладываем в миг. Очень рады, что и ты пришла с приветом. И тебя мы тоже вылечим, как их. Понимаешь, это странно, очень странно. Но какая ты без странности звезда. Если ты хотя бы на миг сойдешь с экрана, то закатишься куда-то не туда. Не боятся звезды падать и любым экстримам рады. Но упал, поднялся, это не беда. Коль друзья сумели выжить на эстраде, то для нас любое шоу ерунда.
Если шоу бизнес звездам скажет надо, звезды бедные, вздохнув, ответят да. Если шоу бизнес звездам скажет надо, звезды бедные, вздохнув, ответят да. За ЖКХ. Хочу узнать, за что я столько плачу. Мужчина, а по телефону нельзя было спросить? Так телефон у вас занят постоянно. Уже лет 5 звоню. Ну, правильно. Звонят все, кому не лень. Вот и не дозвониться. Что у вас? Я говорю, счет какой-то нереально большой. Может, и ошибка какая-то, а? Мужчина, у нас все точно. Ну, вы не на рынке. Да объясните. Вот, например, обслуживание и ремонт лифта. Что не ясно? Ну, во-первых, стоимость за месяц выросла в 2 раза. Ну, а во-вторых, я живу на 1-м этаже. Мужчина, ну откуда я знаю? Может, вы живете на 1-м этаже, а гуляете по всему подъезду. Катаетесь на лифте туда-сюда. Да, но у нас дом 2-этажный. У нас вообще лифта нет. И что теперь? Я, что ли, за этот несуществующий лифт должна платить? Пишите заявление. В течение года рассмотрим. Хорошо. Дальше. Вот. Уборка снега. Причем круглый год. Каждый месяц плачу. Мужчина, ну вы ж не хотите, как кроты из своего дома, через сугробы выбираться. Да и сосули кто-то должен сбивать. Да наш барак каждую зиму в огромный сугроб превращается. Целая горка. Дети со всего района приходят с этой горки на санках покататься. А от вас, между прочим, за 50 лет никто даже с лопатой не пришел. Не то, что этот специалист по вашим сосулям. Пишите заявление. В течение 2 лет рассмотрим. 2 лет? Хорошо. Дальше. Вывоз мусора. Мужчина, ну вы ж не хотите, как в свинарнике, жить. Мусор вывозить надо. Куда вывозить? Его, наоборот, к нам свозят. В смысле? Так у нас рядом с домом, в 5 метрах, через забор свалка городская. Мы сами туда весь мусор и сносим. И потом, извините, но за последний месяц к прежней стоимости за эту услугу 0 приписали. Мужчина, и что теперь?
из-за каждого нуля скандал устраивать? У нас столько мусора нет, сколько мы за него платим. Пишите заявление. В течение 3 лет рассмотрим. 3 лет? Ладно, дальше. Горячая вода. Мужчина, вот только не надо мне сейчас говорить, что летом у вас целый месяц нет горячей воды. Это у всех так. Так у нас не месяц. У нас круглый год нет горячей воды. Да у нас вообще никакой воды нет. В смысле? Так еще в 90-е стали трубы менять. Ну, старые выкопали, а новых до сих пор нет. Мы воду в колодце берем. В колодце? В колодце. Безобразие. Ну вот я и говорю. Беспредел какой-то. Вот-вот. Алло, Зин, у нас ЧП. Жители дома в тупом переулке пользуются водой из колодца. Да. Все, поняла. Ну вот, ваш вопрос решен. Да. Со следующего месяца будете платить за колодец. Как? А что вы хотели? Использование экологически чистого источника. Подождите, а вот за эту вот несуществующую горячую воду, надеюсь, больше-то платить не придется? Пишите заявление. В течение 4 лет рассмотрим. 4? Ну ладно. В конце-то концов объясните. Вот это вот что такое? Вот. ВКРД. Что это за ВКРД такая? Взнос на капитальный ремонт дома. Что не ясно? Так наш дом уже 20 лет как аварийный. К нему подойти страшно. Вот-вот рухнет. Крыша течет. Дом перекошен. Первый этаж вообще в подвал ушел. А, знаете, щели в стенах такие, что детишки там в прятки играют. Да эти руины давно уже пора снести, а нас расселить. Расселять некуда, а ремонтировать будем. Когда? Пишите заявление. В течение 5 лет рассмотрим. Вот. Уже написал. Мужчина, ну что вы прям как маленький. Заявление принимают в 305-м кабинете. А, в 305-м. Ну, тогда я в 305-й. В центральном офисе. А, не у вас. Я... Каждый четверг. По четвергам только? Каждого 5 месяца. С 7 утра до 7:30. Полчаса всего? Строго по записи. А... Записаться можно. Давайте. По адресу. А. Поселок Болотный. Болотный. Улица Петра Сердечко. Сердечко. Дом 1. 1. Ага. Но туда раньше, чем через 5 лет, лучше не соваться. Почему? Болот там. Трубы рвануло. Почти весь поселок под воду ушел. Под воду? А как же люди? Мужчина! Меня это не касается. За ЖКХ платят, значит, все у них там в порядке. Главное это ведь что? Что?
Главное, чтобы платили вовремя. Идиот. Так это называется. Идиот. Что вы тут все время говорите и говорите? Вы в очереди стоите? Так иди встаньте. Я иду. Идите. Доктор. О, молодцы. Ты ко мне все, да? Ну что, говорю, следующий. Смелее, смелее. Проходите, проходите. Проходите. Присаживайтесь. На что жалуетесь? Доктор, меня посылают. Все? Нет, начальство на субботник. А мне нельзя. Почему? По кочану. Я идиот. Самый настоящий идиот. Вы, я смотрю, тоже. Да нет, голубчик. Дело в том, что идиоты такими не бывают. Как раз идиоты это думают, что они вполне нормальные люди. Да? Да. Какие молодцы. Молодцы. А вот у меня такой редкий клинический случай. Да что говорить? Да, мало того, что я идиот, я это еще и признаю. Признаете? Признаю. Ну хорошо, давайте проведем маленький эксперимент, поиграем с вами в игру. Я буду говорить вам слова, а вы мне их противоположные понятия. Например, утро, вечер, день, ночь. Вам понятно? Ну, естественно. Ну хорошо, соберитесь, давайте попробуем. Утро, вечер, день, ночь. Сестра, брат, жена, дура. Да нет, голубчик, вы ошибаетесь. Почему это я ошибаюсь? Я свою жену хорошо знаю. Давайте попробуем еще разочек. Я буду подсказывать. Давайте еще разочек. С разгончику давайте. Смотрите. Жена, я подскажу. Жена. Му. 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 Ну, му. Корова, что ли? Голубчик, речь идет не о вашей жене. О вашей? Так, вы не понимаете. Я не понимаю, доктор. Вы дайте мне справку, и я пойду. Соберитесь, попробуем еще разочек. Вас посылает начальник. Да. Давайте про начальника. Смотрите сюда. Начальник? Осел. Да нет. Начальник? Козел. Начальник – это руководитель. А осел кто? Заместитель. Нет, что-то живыми людьми у нас с вами не получается. Давайте возьмем другие понятия, более нейтральные. Например, вода – суша. Земля – небо. Чердак – подвал. Потолок протекает. Где протекает-то, где? У меня дома. Второй год починить не могут. Меня не интересует, что у вас на дома протекает. Меня интересует, если наверху потолок, то внизу-то что? 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 Лужа. Если наверху потолок, то внизу пол, пол, пол. Литра? Голубчик, пол-литра сейчас совершенно не к месту. Не скажите, доктор. Пол-литра всегда к месту. Логично. Логично. Давайте попробуем еще разочек с разгончику. Я буду говорить другие понятия, более нейтральные, например. Смотрите сюда. Водитель, пассажир, продавец, покупатель, врач. Не принимает.
Почему не принимает? Я не знаю, я уже третий раз к вам прихожу, говорят, талонов нет. Ну я-то вас принял. Принял. И только в одном и спрашиваю, что врач, врач. Принял. Ты что, принял-то что? Вам виднее. Это вы всю жизнь у спиртов третесь. Знаете что? Или вы мне говорите противоположные понятия, или убираетесь вон, утро. Вечер. День. Ночь. Белый. Черный. Мужчина. Женщина. И замечатель. Отвратительно. Я говорю, хорошо. А я говорю, плохо. Я говорю, достаточно. А я говорю, давай еще. Ну что ж такое? Сестра. Брат. Кретин. Академик. Идиот. Вы самый настоящий идиот. Ну так, доктор, я же вам сразу сказал. Вы мне напишите справку, и я пойду. Правильно сказали. Вот вам справка. Забирайте, и чтобы я больше вас не видел. О, надо же, справка. Идиот. А был бы умным, поехал бы на субботник. Все, мне капец. Но это ж надо пойти с Зинкой именно по этой зоологической улице, где зоопарк, и чтобы именно по этой улице, именно в этот момент жена навстречу прошла мимо, ничего не сказала. Ну, Люська, представляю, она, небось, уже дома у двери со скалкой караулит. Нет, не со скалкой. У нас же рядом спортивный магазин. Наверное, зашла, биту купила. Не просто биту. Наверное, сейчас биту саморезы вкручивает. Будет как палиться. Не, зачем палиться? Просто разобьет лампочку на площадке, чтоб темно было. Ага. И звонка кнопку вывернет. Я в двери захочу позвонить. И пальцем на 220 вольт. И руки нет. Это она, чтобы я больше не звонил. Нет, не рука. У нас же сосед Семенович черный копатель. Противотанковую мину на бутылку предлагал. У Люськи денежки есть, вчера получка. Даст ему бутылку, мину у двери под коврик. Я наступлю, ног нет, чтоб по бабам больше не бегал. Нет, она знает, я и без ног к бабам поползти могу. Нет, она две купит. Подложит под коврик, чтоб повыше ног рвануло, до пояса, чтоб вообще бегать по бабам отпал необходимость, чтоб забыл, зачем к ним ползти. Да. Даже если без мины, только скалка, тоже мало не покажется. Представляю, вхожу в дом, и у меня, как что, где, когда, 15 секунд на ответ. С кем это был, Кобелина? На 16-й скажет, ответ неверный. Деньги отправляются к телезрителям, а ты в морг. Прощай, Зинка, подружка ненаглядная. Больше ты меня не увидишь. Прощай, моя чудесная библиотека. Волшебные книги, в которые я прятал бабки. Прощай, рассол в холодильнике. Ты не дождешься меня утром. Ну, здравствуй, старуха с косой. Так вот оно, оказывается, как бывает, когда смерть приходит. Но подожди, подожди. Может, она ничего такого не придумала. Поставь себя на ее место. Может, не заметила. Вот я — это она. Я — это она. Иду по этой зоологической улице. Видит, прямо перед мной собственный муж с какой-то. Сережа?
Господи, с кем это он? Его что, попросили в зоопарке макаку прогулять? Ах, вот он какой у меня милый! Фу, как гора с плеч! Что значит правильно проанализировать и не поддаваться панике? А я уже с жизнью прощался. Конечно, подумала, что я типа волонтер в зоопарке. Прости меня, Зина. Что, Серега, очень умирать не хочется. Ищешь легкие варианты. Серега, не считай противника идиотом. Вспомни, сколько в сериалах ментов погибло. Вот тоже так. Недооценили врага. Давай еще раз. Я это она. Передо мной какая-то парочка. Пока не вижу, кто это. Иду навстречу. Ближе. Еще. Поравнялись. И как раз в это время так она о чем-то задумалась. Даже не посмотрела в их сторону. Фу. А я уж помирать собрался. Серега, смотри правде в глаза. Это ж надо такое придумать, чтоб Люська задумалась. Чем? Чем моя Люська может задуматься? Нет, это конец. Как ни крути, конечно, ни о чем она не задумалась. Посмотрела, увидела, и все. Надо теперь решить, в чем меня похоронят. Вот опять недооцениваю. Подожди, а если все-таки мозг у нее есть? Может, она просто прикидывалась передо мной дурой? Ну как, зачем? Ну, может, оно тут заданием от какого-нибудь ЦРУ. Да, чтобы у меня какой-нибудь секрет выведать. Все, давай жестче. Вот я это она. Иду. Передо мной какая-то парочка. Но я их не замечаю. Я вся в своих мыслях. И все. Прошла мимо, даже не чихнула. Ага, не чихнула. Серега, не играй со смертью. Не играй в подавки. Давай еще раз. Ставь себя на ее место. Я это она. Иду. Нет, это легко сказать, я это она. Надо глубже в эту роль войти, вжиться, войти в образ. Подожди, надо ее духи купить. Побрызгаться. О, в подземном переходе продают. Эту Шанель дайте мне. Да. Так, что еще, Люськина? Так, туфли на каблуках, как Люська носит. Вот эти мне. Сколько, сколько? Блин, хоть сколько стоит, узнал перед смертью. Заверните. Так, духами побрызгался, туфли надел. Мужик, отвали. Руки убрал. Так, я это она. Вот иду. Вижу впереди. Ой, ё-моё, бедные тетки, как они на них ходят. Да ничего не вижу впереди, никуда я не смотрю, ни вперед, ни назад, мне бы не упасть. Фух, слава богу, вот хорошо, что поставил себя на ее место. Нифига она не видела, только на туфли смотрела. Серега, чё Люське на туфли смотреть? Она привыкла. А ты просто стой на месте и смотри вперед метров на 10. Ну, я это она. Что вижу? О, слава богу, ничего, темно. Идиот, это сейчас темно. А был день. Ну, я это она. День. Вперед смотри. О, а кто это впереди с какой-то теткой? Так-так, никаких подобков, молодец. Правда, как на Серегу похож. Молодец, жестче, жестче. Ну, не, ну надо же, ну прямо один к одному. Ой, это же он, с какой-то теткой. Ну все, это конец. Что и требовалось доказать. Разглядела. Подожди, как разглядела? Ну, конечно, она же всегда в темных очках. Люся, стой на месте, я в переход и назад. Дайте темные очки. Нет, вот эти. Так, я это она. Ну, нифига не вижу. Фу, как гора с плеч. Разглядеть нереально. Тебе что, бабка? Какую милостыню мне? Черт, это я очки для слепых взял. Ну, Люся, достала. Значит, вечером, Люсенька, ты не видишь темно. А днем тебе солнце в глаза слепит, вот поэтому вам и изменяет, чтобы ничего не хотите замечать. Давай еще раз, последний. Я это она. Так, духи, каблуки, пошла. Вхожу в образ. Пошел. Какой мужчина симпатичный. Что? Так вот о чем ты думаешь, Люсенька. Муж в метре от тебя с какой-то теткой, тебе наплевать. Не замечаешь даже, о другом думаешь. Ну, Люся, не ожидал. Так что нечего тут мне. Сама бесстыжая. Спасибо.
Мы привыкли видеть артистов на сцене. Для нас они звезды. Но в обычной жизни они такие же люди, как и все мы. И я, как пародист, просто обязан сегодня вам рассказать о обычной жизни наших рок-звезд. И давайте представим, что Владимир Шахрин из группы «Чайф» приехал в Сочи на отдых. Под ваши аплодисменты! Сегодня солнце жжет так больно, сегодня волны бьют так больно, сегодня все мне очень больно, усну я на пляже. Зачем на себе комара прихлопнул? Зачем я друга старого обнял? Зачем прыгал я на батуте? Мне так больно. Какая боль! Какая боль! Скорее в первый день на пляже. Вот такая история от Владимира Шахрина. Но кто-то предпочитает экзотический отдых. И вот, например, группа «Звери» отправилась в дикие джунгли за дикие деньги. Встречайте! Совсем не лора, здесь телефоны, повсюду мелкие аборигены. Зато огромные тут бегемоты могут ногу откусить по колено. Я буду думать, что все обойдется, что в джунглях я доживу до рассвета, что кобра мимо меня промахнется. Все, что меня касается, все, что меня касается, все это так кусается, блин, кусается. Мужские посиделки до утра. Как эти посиделки приятны? Особенно шашлычком, да на даче. Но чтобы поехать на дачу, нужно правильно выбрать время, потому что если поедешь на дачу в мае, то будешь маяться в пробке. И в такую ситуацию попал Гарик Сукачев! За окошком месяц май. Стою я в пробке 3 часа, эх, скорей проезжай. И все на нервах мужички. Ведь протухают шашлычки. Вот мы доехали, ура, доставай, наливай. Как и нафиг шампура, прямо в угли бросай. Сырое мясо не беда, так его ты голодай. Обратно надо нам в Москву, ведь кончается май. Эх, только в пробку бы не попасть, я прошу, трижды сплюнь, чтобы не ехать нам в Москву весь июнь. А весь июнь. Вот у нас в России мужчины знают, как не попасть в пробку. Нужно просто откупорить другую пробку. Не все мужчины такие. Есть даже те, которые ходят сами на рынок. И один из таких — Илья Лагутенко. Группа «Метро». Встречайте! Гранатами в корзинах, с деньгами в руке. Здесь что-то все кричат на незнакомом языке. Возможно, я по-русски один здесь говорю, поэтому я лучше всех на рынке продаю. Подходим. Я даже вам еще почищу. Наша родная, привет, Камаска. За килограмм лет. Очень неплохо, да. Вот ваш номер. Угу.
Вот уютно, да? Да, вот сейчас все вполне, да. Вы к нам надолго приехали? Да нет, вы знаете, я буквально на пару дней, я в командировку. Вот. Скажите, любезный, в вашем отеле нельзя ли, знаете, вот это... Ну, это... Нет? Ну, барышню можно, так сказать, пригласить? Тихо. У нас повсюду камеры. Официально у нас это запрещено. Ага. Но за определенную плату я могу вам устроить. Только не говорите впрямую. А если нас услышат, то меня могут уволить. Хорошо, хорошо, договорились. Да. Итак, так. Вы желаете это поужинать. Чего? А, да, я... Я хочу ужинать. Я хочу, знаете, я последний раз ужинал 2 месяца назад. В командировке. Ну, дома-то ведь, а? Не поужинаешь. Что там дома-то? 20 лет одно и то же. Перловая каша какая-то. Не всякий мужик выдержит вообще. Итак, вы желаете... Что вы желаете? Рыбу. Чего? Да, я хочу рыбу. Рыбу. Да, рыбу хочу. Так и запишем, да. Рыбу. Рыбу, да. Какую рыбу вы желаете? У нас есть разные размеры и виды. Ага. А, сказать, можно посмотреть, сказать, весь аквариум? У нас это запрещено. Запрещено, хорошо. Да. Тогда огласите все рыбное меню, пожалуйста. Хорошо, у нас есть... Жирненькие, ага. Есть постненькие, угу. Есть одна вобла, суховатая, я вам не рекомендую. Ага. Есть горбуша. Есть рыба-пила. Она что, меня пилить будет, что ли? Да нет, просто она с утра уже пьяненькая. Ну так какую желаете, может быть, жирненькую? Знаете, я хочу такую, знаете, такую селедку такую, знаете, селедку. Селедку. Ясненько. А размер плавников? Чё? Ну, размер плавников. А пятый. Я люблю, когда у рыбы большие плавники. Да. Так рыба выглядит намного аппетитнее. Да. Дома-то у меня, знаете, там... Непонятно, на какой крючок поймал вообще. Да. Ясненько. Вам под каким соусом? Может быть, под белым? Чего? Под белым соусом? А под рыжим соусом нету? Под рыжим есть, но там плавники маленькие. А тогда под белым, да. Хорошо. Под белым, да, хорошо. Хорошо, так и запишем. Вы скажите, вы рыбу за час съедите или будете есть всю ночь? Я буду есть всю ночь. Я гурман. Ну, раз вы такой гурман, можно заказать целый косяк. Нет, косяк не потяну, не в том возрасте уже. Понимаю. Вы хотите хорошо прожаренную? Чё? Вы опытный. А, нет, знаете, я хочу на пару. На пару? А это в каком смысле? Ну, знаете, такое юное... На неопытную такую рыбку, такую на пару. На пару. Да. Хорошо. Да. Я вас понял. Итак, вы заказали молоденькую вкусную селедочку на пару. Ага. Снежной кожицей без костей, практически филе. С большими сочными аппетитными плавниками под белым пикантным соусом и прекрасными французскими приправами. Также вам полагается очень вкусный овощной салат из отборных овощей,
Мелко нарезанные малосольные огурчики и помидорчики под золотистым луком со свежей зеленью и горошком. Белые маринованные грибочки под майонезом и два перепелиных яйца с красной и черной икрой. Да? Да. А, знаете что, любезный, а вот давайте не надо никаких барышень. Вот то, что вы сейчас перечислили, и 200 грамм водочки. Ужинать буду. Сегодня пусть не повезло девчонкам отчего-то. Они статистики назло приходят на работу. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках те ребят. На мальчишек глазеют девчонки, а мальчишки едят и едят. Песня. Солнце только скрылось за углом. Вечер, думал, можно начинаться. Возле дома, во дворе своем, Света собиралась парковаться. Присмотрела место в самый раз. Метров 5 должно хватить, казалось. У машин, стоявших в этот час, шанса уцелеть не оказалось. Тут немножко нужно крутануть, влево руль, нажать педальку плавно, влево, и еще чуть-чуть. Мыслит Света, руль вращая вправо. Бабки, что базарили в теньке, метрах в 100, как по команде встали. Со скамейкой скрылись вдалеке. Они Свету с малолетства знали. Сзади стал мужчина, чуть смелее. На меня, давайте потихоньку. Он не знал, что 70 ночей в гипсе предстоит ему на койке. Дальнобойщик разгружался там. Хохотал сперва, застыл смех в горле. Дал не разгрузившись по газам, гнал 2 дня, машину бросил в поле. Был шлагбаум во дворе всегда. Ну, не в нашем-то дворе-то, а в соседском. Как его убрали и когда, только
только свет и бамперу известно. Только в 5 утра вдруг из двора Света стала змейкой удаляться. На работу ей к 10 утра, а там ведь тоже надо парковаться. Весенние такие, весенние зарисовки. Итак, весна, прекрасная пора. Одеваются деревья, раздеваются женщины. И вдруг столько хорошеньких вокруг, что хочешь, не хочешь, а хочешь. Весна. Ой, Люська, вчера мой Ванька был в ударе. Вернул мне супружеский долг аж за май. Весна. Ну вот, потом я куплю тебе... кольцо с бриллиантом. Потом я куплю тебе шубу норковую. Потом я куплю тебе яхту большую белую. Потом я куплю... О, дорогой, купи мне хотя бы стакан сока. Радость запить. Весна. Расцветают деревья. Распускаются женщины. Мужчина, что вы себе позволяете? А что? Немедленно начните позволять себе больше. Весна. Галина Михайловна, а сколько вам лет? Да каждый год по-разному. Но весной всегда 17. Весна. Такого бесстыдства я еще не видел. А можно еще посмотреть? Весна. Поднимается тестостерон и все остальное. Переполненный автобус резко тормозит. Мужчина невольно ухватился за плечо рядом стоящей женщины. Мужчина, сердится та. Вы не могли бы ухватиться за что-нибудь другое? Ой, женщина, не искушайте меня. Весна, сексуальный маньяк, сильно покраснел после фразы «И это все». Весна, Роза. Роза, я посылаю вам воздушный поцелуй. Ну, ой, Боренька, да вы лодырь, как я погляжу. Весна. Тают льды, твердеют женщины. Поссорились с мужем. Бросила в суп виагры. Ой, как он бегал за мной. Как извинялся. Весна. Ты с ним спала? Ой, я тебя умоляю. Так вздремнула пару раз. Весна. Алло, Лиза. Лиза, это Клава. Лиза, я поссорилась, я поругалась с Мишей. Да, он оскорбил меня. Он плюнул в кастрюльку с борщом, хлопнул дверью и сказал, что пошел к продажным девкам. Лиза, я умру. Он не у тебя? Весна. Полночи ждала мужа. Волновалась, нервничала, психовала, не могла уснуть. Потом вспомнила, что не замужем. Отвернулась к стенке и захрапела. Весна. Поют женщины, птицы. Библиотекарша Галя мечтает, чтобы какой-нибудь читатель взял ее дней на 10 и вернул потрепанной. Весна. Алло, Клава? Клава, а что вы сейчас делаете? Ну что? Что может делать одинокая, порядочная женщина в 10 часов вечера? Сижу, ем. Весна. Мужчина, а давайте с вами познакомимся. Да ну вас, женщин, от вас одни дети. Весна. Вы кто? Я? Я женщина вашей мечты. Да? Но я не о такой мечтал, а сбылась такая. Весна. Это, Николай, прекрати. Перестань, Николай. У тебя диабет.
Тебе нельзя сладкого, оставь эту женщину. Весна! Она на его колени пальцем чертит маршрут встречи. Он внимательно следит. Она поднимается выше. Значит, пойдете по Пушкинской? Это к большому, да? Да. Пересечете потом площадь? Да, 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 да. Пойдете вот здесь, да, 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 да. Потом вот так и повернете. Зачем? Зачем? Ну как, зачем? Пойдете к метро? Не-не-не, дайте руку. Я вам покажу, как мы встретимся. Дайте. Не, вы не знаете. Там все перекопано. Это я не знаю. Он стал своим пальцем на ее колени чертить маршрут встречи. Значит, пойдете сюда? Да. Потом вот здесь. Потом вот так. И встретимся вот здесь, у кассы. Вы думаете, касса здесь? Касса всегда была здесь. Да? Все поняла. Завтра приду. Весна прекрасная. Пора. Фармацевт и терапевт. Ты по больницам больше не ходи. Врачей напрасно не тревожь. Мы в медицине так вас просветим. Любой симптом в себе найдешь. Вас посмотреть все заболит. Артрит, колит и простатит. Нет, я так больше не лечусь. Переключусь. Пеку, варю и даже жарю я. Хоть голубец, хоть холодец. Научит телекулинарии актер вас, если не певец. Будь он хоть Гамлет, хоть Гамлет, но здесь готовит он омлет. Поправлюсь от таких программ на килограмм. Лишь на ток-шоу, без сомнения, любой в морали искушен. Научит счастью вас семейному тот, кто имел уже трех жен. Кто, где, когда и с чьей женой, мы деликатно всей страной определим по ДНК. Ой, все, пока! Я крут, брутален и так далее. И я криминальный элемент. Браток реальный в сериале я. Нет, в этом, кажется, я мент. Что не канал, то криминал. Смотри сюда, кому сказал. Все, надоело, не хочу, переключу. Не выйдет, всех не переключите. Нет, я ей-богу закричу. Что ж вы с экрана жить нас учите? Ведь я ж вас, братцы, не учу. Артист и даже футболист на кухне. Не специалист, не надо вешать нам лапшу, я вас прошу. Пусть нам готовят повара, лечить пусть будут доктора. Актер играть, певица петь, а мы смотреть. И чтобы не скучать вдвоем, на пульте кнопку мы нажмем. Чтоб вместе нам по вечерам глядеть в экран. Ча-ча-ча. Ну, вот это же истина, что женщина любит ушами. Вы знаете, как приятно, когда твой любимый человек сзади подходит, вот так вот взял тебя в охапку и на ушко тебе: «Милая моя!» И ты так...
зайка моя, и ты так пи-пи-пи-пи. Или вот это вот, то, что каждая женщина ждет, вот это вот. Я куплю тебе шубу. Понимаете, мужчины? Что я хочу сказать? Понимаете, вот к женщине, к ней же надо с лаской. А лучше с норкой или с шиншиллой. Да вы поймите, для женщины вот шуба, это не просто так, это не каприз, это необходимый атрибут в жизни каждой женщины. Это как лампасы для генерала. Да шуба для женщины, это все. Если она есть, женщина во главе женской пищевой цепочки. Я знаю, о чем я говорю. У меня шуба есть, у меня все в порядке. Ну, не шиншилла, конечно, не соболь. Нормальная шуба. Китайский, крашеный под леопарда кролик. Ну, я ее люблю. Это же моя родная, дорогая шуба. Это же... Господи, какие праздники для нее устраиваю. Совсем недавно. Ой! Ой, ну по всем правилам, стол накрыла, скатерть, свечи, торт, шарики. Муж пришел, обалдел, говорит: ничего себе, а я приглашен на этот праздник жизни. Я говорю: конечно, милый, да ты, можно сказать, здесь самый важный гость. Садись, садись, давай, давай, наливай. Он говорит: за что пьем? Я говорю: ну как тебе сказать, понимаешь, любимый? Сегодня у моей шубы совершеннолетие. Я думала, он сгорит со стыда. А он говорит: да, это действительно серьезный повод. Пойду по такому случаю на кухню, приготовлю заливную рыбу. Я говорю: ты что, умеешь, что ли? Он говорит: а что тут уметь? Кусок воблы, глоток пива. Вот так мы с ней и живем. Шутками, прибаутками. Господи, я не понимаю, что девки рвутся замуж, а? Вот я не понимаю. Ну, мужики, понятно, они хотят, чтобы им стирали, убирали, готовили, это все ясно. Девки-то зачем? Что им там надо? Прям медом намазать. Она еще вырасти не успела, она уже мечтает о принце на белом коне. Ой, боже мой, девочки. Я не могу молчать, я должна сказать правду. Понимаете, девчонки, принц – это штучный товар. Понимаете, принцев на всех не хватает. Поэтому конкуренция страшная. Чуть зазевалось – все, осталось конем. Поймите, хороших и щенками разбирают. Мне вот, например, повезло. Я практически за принца вышла замуж. И уже 20 лет живу с этим козлом. Да вы не представляете, как трудно воспитывать сына, которого для тебя родила свекровь. Например, говорю ему: Петя, пойди на кухню, посмотри, чем там кошка гремит. Он говорит: а ты ее кормила? Я говорю: нет. Ну, значит, готовит что-то. Или: ты белье повесил? Не, я его помиловал. А что ты сидишь 3 часа на диване? Что ты сидишь? А что такое? Мусор вынеси, Господи, только присел. А что ты до этого делал? Что, что? Лежал. Вот она, семейная жизнь во всей ее красе. И понимаете, девочки, вот, этот, вот, вот эта фраза, вот эта «вынеси мусор» – это рефрен семейной жизни. А его грязные носки в разных местах – это ее проза. Вообще, мужики, они как-то вот так по-особенному относятся к этим своим носкам. Они с грязными носками расстаются, как мы с девственностью. Ей-богу, мучительно. Да и вообще не обращают внимания на свой внешний вид. Ему в чем ходить все равно, что носить все равно. Ну, в отличие от женщин. Ну, посмотрите, как женщина готовится к новому купальному сезону. Да, боже мой, она начинает готовиться еще с декабря.
Она все продумает. И какие-то шлепанцы, и какие-то, какие-то шапочки, какие-то очки, какие-то платьица, кремики какие-то. Она обо всем позаботится. Мужик. Ногти на ногах постриг, все, готов. Но меня лично больше всего в семейной жизни убивает кухня. Это, вот, знаете, моя личная страшилка. Как я ее ненавижу, вот всеми фибрами души. Господи, ну вот правду говорят, что сколько мужика не корми, на следующий день он как будто и не ел вовсе. Я знаете, о чем мечтаю? Вот я мечтаю хоть раз прийти в магазин и купить 2 мешка по 10 килограмм корм мужской сбалансированный. Ну мы такие, мы любим мечтать. Мечтаем обо всем. В основном, конечно, мечтаем о том, чтобы в жизни встретить мужчину типа «Ух ты!» Но зачастую встречаем только типа «Ой, блин!» А знаете, девочки, почему? Я скажу. Потому что наши принцы – это наши грезы. Мы их придумываем. Понимаете? Нормальный мужик вот в жизни, он же другой. Они же проще. Поверьте, в них так много от приматов. Я вот как-то своему от полноты чувств смс отправила. Боже мой, ну сказка, ну песня, ну просто «Война и мир» на 10 страницах. И, милый, дорогой, как же я жила бы без тебя, если бы я тебя не встретил, ты мой герой, как я тебя люблю. И тра-та-та, и бу-бу-бу, и ля-ля-ля. Через минуту получила ответ. Та же фигня. Ну что говорить, конечно, вот с годами приноравливаешься. Я вот, например, уже давно своего не злю понапрасну. И он поэтому очень редко психует. А я ему, знаете, я ему подарочки дарю, он любит. Ой, недавно какой подарок подарила на день рождения. Ну просто сказочный, сказочный. Знаете, костюм подарила. 3, трусы и 2 носка. Понимаете, девочки, к чему я веду? Ну, чтобы погода в доме была, импровизируйте. Потому что от нас с вами зависит наше семейное счастье. Это же мы, женщины, мы сложно сочиненные. Мы, женщины, с предподвыподвертом. Да мы, можно сказать, скрипки. А скрипка – это очень сложный инструмент. Чтобы научиться на ней играть, это надо годы потратить. Чтобы вот уметь извлечь эту божественную мелодию. Это очень сложно. Мужики проще. Мужики – это шарманки. И чтобы играть на шарманке, надо просто знать, где расположена ручка. Но, девочки, поверьте, даже у шарманки есть своя неповторимая мелодия. Семенов, старший следователь Козлова, у тебя камера свободна? А кто там? 18 бомжей? Где ж ты их насобирал-то? Ну, давай там как-то их, я не знаю, уплотни. Сейчас к тебе еще одного задержанного доставят. Товарищ следователь, ну, отпустите вы меня, я больше так не буду. Мне домой надо. Жена убьет, если узнает, что меня в полицию забрали. Как вы могли, а? В таком состоянии сесть за руль? За руль? Ха.
друзья помогли. Что? А я говорю, нормально сел, как обычно. Но вы же пьяный. Да кто вам это сказал? Да что, я не вижу, что ли? Я не в курсе. Но мне кажется, вы немного косите. Кто? Вы сегодня случайно ничего не пили? Так, прекратите безобразничать. Вы дули в специальный прибор. И результат показал, что вы в стельку пьян. Кто? Вы. Я? Да, вы. Что я? Пьяный. Ну, значит, трубка была неисправна. Выдули еще в 3 трубки. Значит, бракованная партия. У вас брали кровь на анализ. И я уже видела результат. Ну, надеюсь, там все нормально. 5 промиллей. 5! Да как вы вообще на ногах стоите? Очень устойчиво. А сижу еще лучше. Врач сказал, что это просто невозможно. Ну вот, очередная врачебная ошибка. Ну хорошо. Встаньте. Зачем? Встаньте и закройте глаза. Бить будете. Закройте глаза и вытяните руки вперед. Может, не надо? Вытяните руки вперед и указательным пальцем коснитесь кончика носа. Зачем? Делайте, что вам говорят. Указательным? Да. Кончика? Да. Пожалуйста. Да что вы делаете? Ну вы сами попросили потрогать нос. Но я не это имела в виду. А ничего другого я у вас трогать не собираюсь. А то посадите еще за домогательство. Нет. 5 промилле. 5. Это же 5 литров водки. Неправда. Всего 3. Ну, максимум 3500. Радар показал, что вы ехали со скоростью 250 километров в час. 250? На «Жигулях». Вы снесли забор. Я все отремонтирую. Молоток и гвозди у меня в багажнике. Какие гвозди? Забор был каменный. Цемент у меня тоже есть. В гараже 5 мешков. Цемент вам не поможет. На своих «Жигулях» вы не просто снесли каменный забор, но и въехали в старинный замок 17 века. Надеюсь, замок цел? Пока да. Что значит «пока»? Эксперты сказали, что если машину вашу оттуда вытащить, замок 17 века рухнет. Выходит, замок 17 века стоит на моих «Жигулях»? Стоит. И будет стоять. В вашу машину закачали бетон. Зачем? Мою машину надо бензином заправлять, а не бетоном. Машины вообще не ездят на бетоне. Ну, на дизеле, на бензине. А на бетоне нет.
Да кто вам вообще посоветовал в мою машину закачать бетон? Значит так, во избежание скандала мы забываем про все ваши нарушения. А вы пишете заявление о добровольной передаче вашего автомобиля в музей замка 17 века. Вам выплатят компенсацию. Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч? Всего? За мою ласточку? Послушайте, вашим «Жигулям» 35 лет. Неправда. Всего 34. С половиной. И что? Вам 100 тысяч подавай? Ну, не 100. Ну, хотя бы 95. 11. Да мои «Жигули» 250 километров в час выжимают, как выяснилось. 50. Хорошо. 12. Да моя машина стены каменные насквозь пробивает. 25. 13. Да на моих «Жигулях» целый замок 17 века стоит и будет стоять. 13 500 и ни копейки больше. Ну ладно. Умеете ж вы договариваться, товарищ следователь. Хорошо. Вот здесь поставьте свою подпись, и вы свободны. Ага. Семенов, отбой. Что еще? А скажите, мои «Жигули» уже закатали в бетон? Да. Это необходимо было сделать срочно. А кроме меня из машины больше ничего существенного не доставали? Нет, не было времени. А что? Да, так. Просто у меня там на заднем сидении под одеялом теща спала. На пенсию меня провожали все бригады. Ну, накрыли столы, все как полагается. Сидим в бане. Ну, шум, гам, веселье там, вот так. И тут Серега говорит: «Слышь, Вась, а у тебя любовница есть?» Я говорю: «А зачем? Мне жена есть, мы больше 45 лет живем, трое детей там». А внуков как стали приплачивать, так они плодятся. Не, у меня все хорошо. Серега говорит: «Дурак ты, Вася. Если у мужика нет любовницы, значит, он неудачник. Понял? Надо срочно завести любовь». Я говорю: «Серега, ты посмотри на меня внимательно. Пока я тут в бане стою перед тобой, первозданной красоте,
Неужели ты не видишь, что определенные фрагменты моего организма уже не испытывают того энтузиазма и душевного подъема, как в былые годы? Что мои биологические часы давно показывают 17:30. Что мой тополь-М уже давно снят с вооружения. Старый пес выполняет только две команды. Лежать и умри. В общем, обиженная ливерная колбаса. Серега говорит, а знаешь почему? А потому что у тебя нет любовницы. А вот заведешь любовницу, у тебя все будет не обиженная ливерная колбаса, а несгибаемый сервелат. А на часах снова будет полдень. Я сел, давай думать, кого взять любовницей. Первая мысль, знаешь, какая? Думаю, надо жену спросить. Не, ну она всегда все знает. Потом думаю, да не, неудобно, сам справлюсь. Стал перебирать всех знакомых женщин. Вот так, Верка, бухгалтерша. Сразу нет. Она у меня в калитку не пролезет. Там такие объемы. Мы дракол потеряли на работе. Оказалось, она на нем целый месяц сидела. Даже не почувствовала, представляешь? Уборщица наша. Ну, конечно, не Софи Лорен. Но что интересно, когда начинает мыть пол, она преображается. Она вот берет тряпку, нагибается и как в театре занавес взмывает вверх. И открывается необъятная сцена. И так хочется выйти на эту сцену и устроить там представление. Ей случай был, ну так, между нами. Значит, она мыла полы, ну, еще года два назад. И один наш дурачило с нашей работы, с бодуна вышел и стал к ней приставать. Ну так, через всего лезть. Стали судить его. Ну, товарищеским судом. И судья говорит, я хочу спросить вас, потерпевшая, вы же могли вперед убежать от его. Она говорит, куда? По помытому? Понимаешь? Или смотри, училка Сашкина, такая эффектная, с прической. Нет, начнет еще мне оценки ставить. Скажет, выполнил работу небрежно, с ошибками. Пересдать. Сегодня два, а ты способен на пять. Не встал при виде учителя. Нет. А теперь выйди и войди, как полагается. Нет. Вот окулистка наша с поликлиники. Там такое декольте, такие джамалумбы. Взгляд не оторвать. Она мне говорит, это какая буква? Я глянул, говорю, это Д. Она говорит, как это А? Я говорю, А это у моей ленты. А у вас Д. А от Д отличается, как шлюпка от авианосца. Нет, Д у нее супер. Характер вредный. Кто еще кто? Вот Нинка, соседка. Хозяйка, видать, хорошая. Знаешь, у ей из квартиры всегда чем-то вкусным пахнет. То пивком, то водкой. Ну, у ей сильный недостаток. У ей сильный, очень сильный. У ей муж, боксер, очень сильный. Не, надо кого-то побезобиднее, кажется. Людка с пятой квартиры. Такая зайка. Зайка, знаешь почему? Потому что уши огромные.
Не, когда в шапке, нормально. Ну что, каждый раз просить шапку надеть? Или только зимой с ней шашни водить? Не, мне всесезонная любовница нужна. Так, о, к нам в подъезд, вот, въехала соседка новая. Ну, на эту похожа, ну, красивая певица была, помните, международная такая, с волосами, с бородой, это, Кончита Вурст. Из ее квартиры все время стоны раздаются. Только не пойму, а, то ли она такая страстная, то ли у ей болит что-то. Консьержка мне по секрету сказала, что к ней никто не ходит. Кстати, консьержка. Неплохой вариант. Всегда рядом. Пошел мусор выносить. Забежал на минутку к консьержке и домой. И главное, жена довольная. Муж чистюля. Каждые полчаса мусор выносит. Не, или спустился за почтой, взял почту и эту кассиршку. Стоп, там же камеры. Будут потом всем подъездом смотреть, как сериал «Голые и смешные». Кого же взять в любовницы, кого? О, в спортзале Алена, бодибилдерша. Она такая мускулистая. У нее везде мускулы. И, знаешь, у нее даже нос накачанный. Она вот когда чихает, сдувает всех к чертовой матери. Что хорошо. Жена, если с ней застукает, подумает, что мужик. Хотя тоже неудобно. Еще хуже. Надо кого-то покрасивше. Вот секретарша шефа Кристина, во. Красивая, такая собака, но избалованная. Придется подарки ей дарить, шмотки покупать, в рестораны водить. Нет, дорого. Кто еще? Баба Зоя? Ну, это за гранью, 80 лет. Хотя... Смотри, ей подарки дорогие не надо. Купил горшок с рассадой. Счастливо. В ресторан водить не надо. Баранку в чае размочил. Все, бизнес-ланч. Молодой шмотки нужны. Вот. Всякие Гуччи, Фигуччи, Луи Батон. Баб Зои на базаре купил ситцевый халатик. Все, тёлка упакованная. Вот баб Зоя в кризис — оптимальный вариант. Хотя, конечно, хочется посвежее. Вот Светка. Она вся такая подтянутая. Ну, в смысле, подтяжки на лице делает. С каждым годом все больше и больше. У нее уже брови здесь, на затылке. Серьезно. Она смотрит вот так, боком. А губы так накачала. Не-не, не пельменей, а вот как два лаваша. Знаешь, вот, ну, она, чтобы вперед посмотреть, губы отворачивает. Так. Короче, я говорю, Серега, думал, ни одной любовницы найти не могу. Да и Ленку жалко, святая душа. Ты чего? Столько лет мне не отдала. Ты чего, верная, вот такая. Серега говорит, тем более, ей нужен успешный муж, а не неудачник какой-нибудь. На, телефон звони. Баба безотказная. С нашей бригады никому не отказала. Звони. Я набрал. Ленка моя трубку взяла. Хорошо бы вовремя позвонили. Как раз моего дебила нету дома. Лен, она говорит, ну что? Здорово мы тебя с Серегой разыграли. Да. Чтоб ты не грустил, что на пенсию выходишь. Но, честно говоря, грустил я недолго.
потому что вечером на пенсию ушел, а утром опять на работу. Пенсионный возраст подняли? Так теперь мне вообще не до любовниц. Тем более, что от добра добра не ищут. А Ленка моя вот такая баба. Спасибо. Свою миниатюру я начну с короткой жизненной истории. У меня есть один знакомый, его зовут Валера. Он очень любит женщин, очень любит женщин. И мама его каждый раз отчитывает на семейном совете. Говорит: Валер, ну тебе не стыдно, а? Ну ты уже только официально был 5 раз женат, а не официально. Ну у тебя каждый месяц новая женщина. Ну бабушки на лавке устали уже, не могут ни одну запомнить. Уже очки новые купили. Позоришь и мать, и отца. Отец, а ты что каждый раз молчишь? Вечно ты сидишь. Ладно, я на кухню. Она на кухню, Валера поворачивается к папе и говорит: ну что, отец, молчишь? Ну, скажи хоть что-нибудь. Он говорит: ну что, сынок, завидую я тебе. Друзья, есть мужчины, которые очень любят женщин, а есть мужчины, которые женщин боятся, которые женщин стесняются. Их называют еще в жизни ботаники. Вот такой ботаник вас сейчас и поприветствует под ваши аплодисменты. Вы знаете, я сразу скажу, что я женщин, я их стесняюсь, я их очень посисниваюсь. Я каждый раз теряюсь, и меня даже вот друзья спрашивают: Веня, я, кстати, поэт, меня зовут Вениамин, ну вот, говорят: Веня, скажи сразу, для кого ты бережешь свою невинность? Я говорю: ребята, я свою невинность берегу для той, которая свою невинность бережет для меня. А у меня есть один друг, Толик, он говорит: ты мне скажи конкретно, у тебя вообще к женщинам поползновения были? И я говорю: были к женщинам поползновения. Он говорит: ну и как? Я говорю: не доползал. Он говорит: ну что ж ты так, ну надо пробовать. Я говорю: зато ты уже дополз. Это ж твои стихи. Бывают женщины, как скрипки, бывают, как виолончели. Я в жизни совершил ошибку, женился на электродрели. Вы знаете, а я эту электродрель, я ее знаю еще, когда она была лобзиком, понимаешь? Вот так женишься и нарвешься на пилораму. Я женщин стесняюсь, я их посисниваюсь, поэтому на моем горизонте их пока и нет. А Толик говорит: зря, у меня есть на примете такая девчуля, что ты классная, что Лариса Кондратовна, 67 лет, врач-проктолог, что ты, опытная, да? 3 мужей схоронила. Я говорю: ты знаешь, не хотелось бы пополнять список, а помоложе у тебя никого там нет. Он говорит: есть. Люся, говорит, мерчендайзер. Я думаю, кто ж она по национальности с такой фамилией, это Люся. Ну, думаю, ладно. Познакомил у нас. И, знаете, я увидел эту Люсю, посмотрел на нее и подумал: лучше б я с Ларисой Кондратовной знакомился, 67 лет, врачом-проктологом. Ну, она пришла, как-то надо свидание оформлять. Я думаю, а чего его оформлять? Я сразу ее отведу во свояси. И говорю: пойдемте к вашему дому. Вот. И уже у самого дома Люсиного, уже у самих во свояси, я ей говорю: доброй ночи, и разворачиваюсь. И она мне в спину читает мои же стихи. Да дыр, я зацелую твой астрал.
Думаю, что ёшкин кот тебе побрал? Ну, неудобно уходить, как-то мужика надо давать. Я разворачиваюсь, она ждет. И стесняется, посисню, и я стою, стесняюсь, посисниваюсь. Ну, думаю, мужика как-то давать все равно надо. И я так, знаешь, так губами начал намекивать, что, мол, я готов к сексуальной агрессии. И уже, знаешь, осталось между нами сантиметров 10, я уже атакую откровенно, да, и она вдруг достала освежитель дыхания, себе брызнула, мне брызнула, достала мирамистин, себе рот прополоскала, мне прополоскала, достала бактерицидную салфетку, вот, себе щеку протерла, губы протерла. Я взял салфетку, на всякий случай протер ей лоб, ну, вы знаете, целовать не стал. Ну, она почему-то осталась довольна. Говорит, до встречи, мой ты, Казанова. Думаю, ага, пришел домой из горя, я редко это делаю, выпил целую бутылку минералки с газом. Думаю, уж вставит так вставит пусть, да. И вы знаете, и снится мне сон, снится сон. Я даже после этого сна написал стихи, и такая крупноформатная женщина, да такая 150 на 150 на 150, да, это только нога. Вот, в неглиже, и она на меня надвигается, и я написал стих. Во сне ты грудь передо мною обнажила и начала интимный свой наезд. И я орал, орал во сне изо всей силы, так что со мной не спал всю ночь и весь подъезд. В глазах соседей утром был я Казанова, какой-то дерзкий и какой-то очень новый. И лишь соседка Дуся с прозвищем Бельмо сказала: «Люди, вот оно, ночное чмо». И знаете, она, наверное, и права, потому что я женщин стесняюсь, посисниваюсь сверх меры, даже в интернете искать стесняюсь. Но тут одну нашел. Таня Б. пишет: «Не замужем, жажду любви, хорошенькая». Я глянул фото, и сразу родился стих. «Тихо, молча лежу на диване, лучше б громко лежал я на Тане». Вот. Рассказывать, чем закончилось, нет? Рассказывать, да? «Таню полюбил я сразу, и хотел я с ней встречаться. Муж избил меня 2 раза, не догнал, зато 20 раз. Зато потом я целый месяц лежал в реанимации и с диагнозом глобальный испуг головного мозга». Вот. Туда вышел, меня родня отправила в деревню на реабилитацию к бабушке. Вы знаете, говорят, деревенские девчонки, они более надежные, более такие открытые. Ага. Я написал стих о своих отношениях, называется «На ночь я ее позвал отдохнуть на сеновал». На ночь в гости пригласил я Тоню. Эта ночь бессонная была, надо мной полночи ржали кони, потому что Тоня не пришла. Зато недавно я встретился с одной девчулей, красивая такая, сексуальная, модная. И главное, первая меня спрашивает: «Как вас зовут?» А я стесняюсь, растерялся, стою, посисниваюсь. Она говорит: «Как вас зовут?» А я продолжаю посисниваться. Она: «Как вас зовут?» И тут очередь не выдержит, как заорет: «Говори, как тебя зовут, ты не один здесь стоишь записываться к неврологу». И одна бабушка меня узнала. Говорит: «Не кричите на него, это ж наш местный поэт Веня Мордопесов». И я, знаете, я начал читать им всем свои стихи прямо здесь. И чем больше читал, тем быстрее очередь рассасывалась. И мы, знаете, остались вдвоем. И знаете, чем закончилось? Я ей понравился, да, ее зовут Даша. Дело в том, что она увидела результаты моих анализов, вот там столько тестостерона, да и стихи мои ее впечатлили, да. Она первой сделала мне предложение, но меня отпугнула маленькая деталька. 5 детей от 3 ее предыдущих браков. И я так, знаете, что-то стеснялся, посиснивался и написал стихи. «Бывают женщины, как скрипки, от них я очень вдохновляюсь,
Ну, чтоб не совершить ошибки, на всякий случай я стесняюсь. Весело живем, господа товарищи. Вот в Москве взять у нас. Какие веселые цены на жилье. У меня приятель, не бедный человек, хотел купить дачу в Мытищах. Не потянул. Пришлось брать виллу в Испании. О, как весело, а? Весело живем во всем, что не возьмешь из нашей жизни. В нашей жизни появились какие-то новые словечки, новые обычаи, новые какие-то понятия. Вот, например, мы стали одушевлять неодушевленные предметы. Мы спорим с телевизором, иногда ругаемся с ним. Заткнись. Я видел одну даму, которая во время политической передачи плюнула в экран телевизора. Я спросил, что вы делаете? Это же ваш телевизор. Она говорит, а кто там сидит? Мы материмся на утюг, который обжег нам палец. Сообщаем ему, где мы видели его маму. Оказывается, у него мама есть. Спрашиваем у стиральной машины, ну и где, блин, второй носок? Она, конечно, знает. Кричим издалека микроволновки. Да иду я, иду! Но если, не дай бог, не завелся автомобиль, то сами понимаете, кто он такой. Особенно зимой. Олень педальный, чурбан железный, кормушка ментовская. Весело живем, очень весело. Чего не возьми. На телевидении у нас много веселого, очень много. Вот я до сих пор не могу понять, уже который год это происходит. Одновременно по будним дням по двум каналам идут медицинские передачи. Что, их в разное время нельзя пускать? Народ растерян, не знает, где лечиться. Здесь включать, здесь радикулит, здесь геморрой. Чего лечить будем? Там одна дама подчеркнула для себя потрясающий рецепт от морщин. Она на ночь выпивает 3 литра пива и утром такая гладенькая. Ни одной морщинки. Весело живем. Очень весело. Но главная примета сегодняшней жизни по-прежнему сотовый телефон. Конечно. 20 лет назад мы еще не знали, что это такое, не видели, удивлялись, диковина, слышали только. А сейчас даже у детей есть сотовые телефоны. Муж и жена лежат в постели оба с мобильными. У них секс по СМС. Представляете, что он ей там набирает? Все, что не может, то и набирает. А какие веселые метаморфозы происходят во время семейной жизни? Женится и выходит замуж. Зайки, котики, рыбки, птички, солнышки. А разводятся козлы, кобылы, овцы и олени. О, какие мутации, а! Весело живем. В газетах пишут что угодно у нас, ни за что не отвечают. Сплетни разводят об артистах. Лолита разошлась. Делают из этого события в стране. Как же жить-то дальше будем? Лолитка-то разошлась. За воротник сошлась. А я-то рассчитывал, она вон что делает, а? Панин запил. Надо же, вся страна не пьет, он один запил. Басков кого-то поцеловал в ухо, получил в глаз. Киркоров стал счастливой матерью. Фотография Никиты Джигурды вылечила мальчика от заикания. Стас Михайлов назвал Николая Валуева тупым качком. Панихида состоится во вторник.
весело живем. Действительно, в газетах что угодно пишут. Недавно заметку прочитал, что у нас на Ленинградском шоссе возникла ссора между работниками ГАИ и проститутками. Разборка произошла из-за мест на обочине. А что они там ссорятся, я не понимаю. Там что, места мало, что ли? Там полно места, я там не раз был. Ну, действительно, они же там по-разному стоят даже. Хотя цели у них одни. Эти так стоят. Другие, наоборот, с радаром прячутся. Он за нее и спрятаться может. Спрятался за нее, радар между ног ей просунул и... Замеряй там, что тебе надо. Какие проблемы вообще? Чего на голом месте проблемы ставить? Весело живем. Очень весело. Какие веселые у нас дети. Сынок спрашивает, ты уроки сделал? Нагло так отвечать. Нет. А что тогда дрыхнешь? Меньше знаешь, крепче спишь. Недавно такое сказанул, я аж в шоке был несколько дней. Пап, а ты знаешь, почему попка делится по вертикали, а не по горизонтали? А чтобы при беге не хлопала. Они сейчас лучше нас во всем разбираются. Особенно в этих компьютерах. Правда, и у них полно проблем. Ввели несколько лет назад это ЕГЭ, это ее пресетейт. До сих пор не могут понять, хорошо это, плохо это. Учительница сказала ученикам, кто сдаст ЕГЭ на пятерке и четверке, попадет в рай. Кто на двойке, попадет в ад. Ученики спросили, Марья Петровна, а нельзя ли окончить школу живыми? Законный вопрос. Что говорить? Весело живем. Что только не происходит. Какие веселые у нас алкоголики. Я не знал, оказывается, одновременно пить водку, коньяк, пиво, виски. Ну, что хотите туда наливать? Шампанское. Это не вредно. А вот воду, которую мы заливаем в чайник, обязательно надо фильтровать, иначе можно испортить желудок. Это ведь только наш человек может поехать на рыбалку, чтобы поймать там белочку. Весело живем. Повысился при всем при том культурный уровень, надо сказать, повысился. Да, уже никто никого не называет дураком. Говорят, человек с гуманитарным складом ума. Бабника уже не называют бабником, говорят, продвинутый пользователь. Мой сосед уже не говорит жене, ты как 20 лет назад была дурой, так дурой и осталась. Он говорит, время над тобой не властно. Сейчас так культурно могут послать, никакая цензура не придерется. Один очень интеллигентный человек сказал другому, ты знаешь, где у статуи Давида центр композиции? Вот туда и иди. Весело живем. Нам дан великий могучий язык. Язык Пушкина, Тургенева, Толстого. А как мы разговариваем? Через каждое слово. Как бы, чё бы, блин, тусня наехали. Заткнись, баклан. Мочим, наезжаем. И все время вот это вот. Блин, блин, блин. Представляете, в наше время Пушкин бы написал. Буря, блин, мглую, блин, небо, блин, кроет. Чисто конкретно нам гонит пургу. То, блин, в натуре волчарой завоет, то, блин, фильтрует базар не в дугу. Весело живем. Кто говорит, что не возьмем? Все весело. Вошли в моду пластические операции. Причем
повальное дело стало. Дорогие наши женщины, не делайте вы этого. Это очень опасно. Одна известная актриса, мне ее жалко, я не называю фамилию, пришла в клинику: сделайте мне глаза, как у Шерон Стоун, нос, как у Николь Кидман, ноги, как у Ким Бессенджер, все остальное, как у Клавдии Шифер. Но ей сделали, но клиника-то наша. Но откуда они знают, как там у Шифер вообще? Они Шифер видели только... Ну, правда, ну, по отдельности у нее все нормально получилось. А вот все вместе вылитый Армен Джигарханян. Она так и ходит. Я дружу с Армен Борисовичем, он на меня не обижается. Ну, раз уж про медицину сказали, скажем и такое. Медики сделали недавно открытие потрясающее. Если парализованному человеку показать телевизионную передачу «Дом-2», то через 40 минут он встает и уходит. Медицина сделала большие шаги вперед. Мне один медик сказал: мы сейчас запросто можем поменять пол. Я говорю, я таких заказов не подавал. Что значит запросто вообще? Ты что, зашел в больницу, там тебе быстренько поменяли пол и пошел дальше, да? А точнее говоря, пошла дальше уже. Я почему говорю, у нас во дворе действительно человек поменял пол. Все ошалели, кричали на весь двор: пол поменял! И на 5 лет раньше вышел на пенсию. Вот тут все призадумались. Весело живем. Появились какие-то удивительные диеты развеселые. Вот одну мне дали. 3 дня только каши, потом 5 дней овощи, фрукты, 7 дней только яблоки, потом 9 дней, потом 40. Одна женщина очень хорошо сформулировала: главное в диете – это сон. Вовремя не уснула, обожралась. Она, видимо, знает, что говорит. А действительно, как бывает, зайдешь ночью на кухню, ну просто водички попить. А как очнешься, уже 8-й бутерброд доедаешь. Весело живем, чего только не происходит. Юмористы, надо быть самокритичным, тоже весело живут. Недавно, значит, просмотрел концерт юмористический. Все про блондинок. Чего пристали к блондинкам? Ничего они не тупые, блондинки. Я лично видел блондинку даже в музее. Да, в музей пришла, да. Подошла к старушке, смотрительнице, указала на статую кентавра и спросила: бабуль, скажи, пожалуйста, а почему этого мужика из зада лошадь растет? А бабуля, видимо, тоже с юмором оказалась. Она сказала: а она у него тут не растет, она у него там застряла. Весело живем. Круглосуточно работают многие магазины у нас в Москве. Ну, ночные клубы, тем более, с крепчайшими напитками, на которых написано: Минздрав офигевает от вашего здоровья. А действительно, что это у нас за здоровье такое? Люди выходят на свежий воздух, чтобы покурить. Вы думаете, ну, действительно, на каждой пачке всегда было написано: Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Ноль внимания. Ужесточили надпись: курение убивает. Ноль внимания. Сейчас указ вышел: нигде не курить. Ноль внимания. Поэтому медики пришли к заключению, что большего эффекта можно добиться, если на каждой пачке сигарет написать: «Обкурись и сдохни!»
весело живем. В общественном питании у нас в Москве тоже очень весело. Понаоткрывали столько ресторанов, столько не надо. На каждом шагу, на каждом сантиметре. Они полупусты, потому что там цены очень высокие. Но их обдирают, они нас обдирают. А кого им обдирать? Ну, была бы хоть пища хорошая, еда бы была бы. Портятся они часто. Открывается хороший, потом через полгода плохой же. Я недавно официанту говорю, у меня в супе что-то плавает. Это суп. В нем всегда что-то плавает. Да, но оно плывет на спине и гребет всеми лапами. Не беспокойтесь, до бортика не догребет. Утонет. Весело живем. Заходишь в гастроном, не знаешь, какая рыба крашеная, какая съедобная, какой йогурт пищевой, какой технический. При этом полно новинок, они тебя соблазняют своей красотой. Коробочки, пакетики. Купи меня, купи меня. Я хороший, купи меня. А ты стоишь и думаешь, то ли денежку пожалеть, то ли себя. Недавно в мясном такое видел, ой, глазам не поверил. Был на ценнике написано «Суслятина». ГК. Ну, ГК я понял, горячего коптения. Думаю, надо же, до чего дожил? До суслятины. Думаю, ну, надо попробовать, в конце концов. А то помрешь, так и не узнаешь, что это такое. Я продавщиц говорю, девушка, взвесьте мне 100 граммов суслятины на пробу. Она мне так зло отвечает. Суслятина ГК, Галина Константиновна, это я! Весело живем, веселей не бывает!